В Люберцах состоялся ежегодный марафон среди педагогов дополнительного образования Московской области. Очный этап соревнования прошел на базе лицея номер 40 в городе Люберцы. Учителя из 30 муниципальных образований Подмосковья представили новаторские программы развития и обучения детей разных возрастов. Марафон среди педагогов дополнительного образования проходит в два этапа. На заочном специальная комиссия отбирает программы, которые были направлены на конкурс. В них оценивается оформление, креативность и, самое главное, оригинальность идеи. Марафон предполагает разные формы. То есть педагоги могут проводить открытые занятия с учащимися, могут проводить мастер-классы, участниками которых будут другие педагоги, и также методические мастерские, где участники также другие педагоги. В этом году участники мероприятия говорили о применении современных образовательных технологий в дополнительном образовании. На встрече педагоги обсудили самые разные сферы обучения детей. Стандартное школьное образование, музыкальные и спортивные занятия, деловые и семейные игры, а также уроки ИЗО среди младших школьников. Так, педагог Дома детского творчества из Можайска рассказала об интересном методе в обучении рисованию. Она предлагает использовать для этого старую китайскую технику сё-и. Вообще эта техника, она уникальна. Почему я ее использую, хотя она вроде бы такого далекого и древнего происхождения? Потому что она очень хорошо ставит руку, она хорошо позволяет детям потом чувствовать кисть, и это им потом помогает на занятиях, в том числе даже академической живописи. В переводе этот стиль называется «грубая кисть». Рисунок наносится 4-5 штрихами и действительно позволяет начинающему художнику поверить в свои силы и освоить начальные азы изобразительного искусства. На открытом уроке присутствовали не только школьники, которые усердно старались изобразить бамбук, но и педагоги, которые в течение урока обменивались опытом и совершенствовали свои профессиональные навыки. Таким образом, можно смело утверждать, что цель марафона была достигнута. Кристина Манасарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.